Так вот, каждый день я буду открывать по одному окошку из этого календаря. В 9 утра будет выходить обзор на Funko Pop. Часа 3 дня будет выходить обзор на Гарри Поттера от Лего. И к часам, наверное, 8 будет выходить обзор по гадкому я, по миньонам от Mega Constructs. Такие дела. И снова здравствуйте! Второй обзор за сегодняшний день. И, как вы уже поняли по нарезке в начале, нас в ближайшие 24 дня ждет карусель обзоров на разные мини-наборчики, фигурки и так далее. Погнали! Второй обзор у нас на Лего Гарри Поттера. Так, у нас здесь, как всегда, Лего использует скотч. Это прозвучало так, как будто это плохо. Нет, это не плохо. Я просто имею в виду, что это как всегда. Переворачиваем календарь. Наверное, надо было посмотреть на него сперва. Ну, фронтальная часть у нас украшена вот таким вот артом. Здесь у нас Гарри, Гермиона. Посмотрим дальше по фигуркам, что у нас будет. Здесь, опять же, часть того, что может попасться, соответственно, как и здесь. Ну, а зачем нам, как говорится, спойлерить? Открываем. Здесь у нас следы от мини-фигурок, что забавно, весьма забавная идея. Топтали по снегу, пробежались. И здесь у нас красота. Ёлочки, окошки. Выполнено все это тоже крайне интересно, стильненько, но будем смотреть, что же нам попадется в первом окошке. И в отличие от календаря по Funko, здесь окошки максимально хаотичны, и первое находится вот здесь. Так что с него и начнем, но перейдем, как всегда, в режим, правильно, обзора рук. Погнали! Ну что, друзья, вот я перешел в режим шаловливых ручек и будем вскрывать первое окошко. Погнали! Гарри Поттер Лего. Ну и конечно же, Лего, видимо, не стали отличаться от Фанка и тоже начинают с горяченького. У нас тут Гарри Поттер. Что он там потер, неизвестно. Но тем не менее, он тоже в классном свитере. У него отличный свитерок с буковкой H, с первой буквой его имени. Сзади у него просто горошек. Ну, так себе. Видимо, его мама не сильно старалась. Ладно. Шутка про мамину Гарри. Про мамину Гарри. Про Гарри маму. Что такое-то? Про маму Гарри не очень уместно. Смотрите, здесь у нас даже имеется принт того самого шрама. Прическа у него, по-моему, стандартная. Убивает, конечно, маленькие ножки. Я что-то думал, что будет больше. И две волшебные палочки на таком литничке. У меня что-то было из Гарри Поттера, но я имею в виду, кроме большого набора, а может, ничего не было, не помню. В общем, Гарри — это у меня первый в коллекции Лего. Вот такого вот он на маленьких ножках, больше похож на какого-то хоббита, честно говоря. Но, возможно, это сделано для того, чтобы персонажи взрослых фигурок смотрелись как взрослые, а Гарри, Гермиона и остальные смотрелись как дети. Вот, собственно, и все. Фигурка простая, здесь нет ничего сверхъестественного. Есть разве что, может быть, его свитерок. Встречается, наверное, впервые.
Разве что его свитер, скорее всего, это деталь новая, новые принты, чисто для этого календаря. Могу предположить, ибо он такой более-менее рождественский, ну и, соответственно, с буковкой Гарри. Что-то у него с лицом не так, то ли он подарок получил, не тот, который ожидал, то ли кого-то испугался, или наколдовал что-то не то, непонятно. Лицо, на мой взгляд, не самое приятное, могли бы что-нибудь подобрать и поинтересней. Так вот кто натоптал в Хогвартсе. Гарри, Гарри, ай-яй-яй. Ну нельзя же так делать. Это не я, это все Гермиона. Ну имеем, что имеем. В первом окошке, что немаловажно, фигурка. Не кучка деталей, а фигурка. Пускай и не самая, что называется, желанная. В плане, был бы он с нормальными ногами, мне нравилось больше. Но тем не менее, Гарри это основной персонаж. Но, как я уже сказал, ножки меня убивают. Ладно, засим все, друзья. Да, вот такой вот коротенький выпуск сегодня будет. Да, как и, впрочем, все остальные, на то он и календарь. Один день, небольшой подарочек получить. Это круто, это интересно. Да, первый день он всегда самый длинный, поэтому давайте уже прощаться, чтобы не затягивать его еще дольше. Друзья, благодарю вас за внимание. Не забывайте, уже ближе к вечеру выйдет еще одно видео, так что напишите здесь комментарий, поставьте лайки, ждите следующий и там сделайте то же самое. А если вы не смотрели предыдущее видео, то загляните в описание, там есть ссылка на плейлист другого календаря, который называется Funko Pop, посвященный Marvel 80-летию. Так что гляньте его. Я буду вам благодарен. Ну и напоминаю еще раз. Канал Сын Отец и Игрушки. Создаем коллекцию вместе. Благодарю вас за внимание. Увидимся уже совсем скоро. Пока. Что такое пока? Пока-пока-пока. Вот так будет лучше.